С 20 по 23 мая в Санкт-Петербурге проходила спартакиада вузов Министерства обороны Российской Федерации по военно-прикладным видам спорта. Со всех концов страны в северную столицу съехали сильнейшие курсанты. Им предстояло защищать честь своих учебных заведений в военном пятиборье, офицерском троеборье, армейском рукопашном бое, стрельбе из штатного оружия. Желаю вам честной и бескомпромиссной борьбы, достижения максимальных спортивных результатов, укрепления армейского братства между курсантами военных училищ и академий. Отдельно хочу пожелать судьям честного и справедливого судейства. Всем вам удачи и пусть победит сильнейший. Спартакиада проходила на спортивно-тренировочных объектах Военного института физической культуры, признанного центра подготовки армейских спортсменов. Более 150 выпускников этого вуза стали чемпионами мира и призерами различных соревнований. Более 60 имеют титул олимпийского чемпиона. Армейский рукопашный бой соединил в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых видов единоборств, опробованные в реальной боевой деятельности. Этот вид боевых единоборств получил большую популярность именно за полноконтактные поединки. Как известно, в программу соревнований по военному пятиборью входят стрельба и преодоление полосы препятствий, плавание и метание гранат, а также кросс. Офицерское троеборье включает в себя стрельбу, плавание и бег. Все военно-прикладные виды спорта способствуют специальной физической подготовленности и овладению необходимыми двигательными навыками для военной деятельности, повышению ее эффективности. Военно-прикладные виды спорта чрезвычайно популярны в мире благодаря активной деятельности и различным соревнованиям под эгидой Международного совета военного спорта, сокращенно СИЗМ. Политика СИЗМ – развитие спорта именно армейского, военного, чтобы игры военнослужащих не дублировали олимпийские, чтобы в них участвовали не только профессионалы в погонах, но и спортсмены непосредственно из войск. В настоящее время СИЗМ объединяет спортивные организации 133 армий мира. Проходят чемпионаты по военно-прикладным видам спорта, а недавно появились всемирные игры среди кадетов. Это своего рода военная универсиада. Под кадетами имеются в виду курсанты военных училищ, а отнюдь не школьники. Как и прежде, на спартакиаде успешно выступили курсанты Военного института физической культуры. Не остались без высоких наград представители других высших учебных заведений Министерства обороны. Осенью этого года лучшим спортсменам военных вузов предстоит участвовать во вторых всемирных играх кадетов в Эквадоре. Соревнования будут проходить в сложных условиях на высоте 3000 метров. Поэтому подготовка к ним будет проходить по специальной программе с учетом специфики высокогорья.